История из разряда «кто бы мог подумать». Раньше красноярцы брали туры в Харбин и Шанхай, теперь, похоже, тенденция обратная. Китайцы чуть ли не массово собираются к нам в край на отдых. Об этом сегодня заявили представители Китайской туристической ассоциации. Они прилетели в Красноярск, чтобы познакомиться с достопримечательностями города и края. В приоритете у них круизы по Енисею, туры в Шушенское и экскурсии на Красноярскую ГЭС, говорят китайцы. А также развитая транспортная инфраструктура. Особенно это касается авиации, как внутренней, так и международной. Поэтому свой визит делегация начала с аэропорта Емельянова и строящегося нового терминала. Если все условия будут созданы, то Красноярск может стать постоянным туристическим направлением для тысяч отдыхающих из Китая. Мы планируем развивать как въездной туризм, так и развитие грузовых перевозок, грузовой хаб. Ну и дополнительно, конечно, это будет увеличивать пассажиропоток в том числе. Соответственно, это будет расширение международной сетки полетов, и что благоприятно отразится и для наших жителей Красноярского края.